eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. В 2014 году StarLadder TV представляет глобальную лигу по самой популярной игре всех времен и народов – Dota 2. В 9-м сезоне к традиционным сражениям лучших команд СНГ и Европы StarLadder добавляет звездные серии в Китае, Южной Корее и Америке. В онлайн-части сильнейшие коллективы мира проведут 222 матча. Впервые в рамках гранд-финала встретятся не 4, а 8 команд. С 17 по 20 апреля в Киев Киберспорт-арене за финальный приз и титул чемпиона глобальной лиги сразятся 4 представителя дивизиона Европа-СНГ, 2 команды из Китая и по одной из Южной Кореи и Америки. Абсолютно все матчи лиги в Dota 2 TV для вас будут освещать комментаторы самых популярных студий SL TV и Beyond the Summit. Как и прежде, призовой фонд финала определят зрители лиги и фанаты команд. Стартовая сумма призового фонда – $80,000. Каждый купленный билет добавит в копилку призеров – $2,500. Смотри матчи в Dota 2 TV на 5 языках. Поддержи любимый турнир и команды. Keep supporting us. We've been doing a great job buying the tickets. We want you to follow our team on StarLadder. You can follow and support my team through StarLadder by purchasing StarLadder tickets in Dota 2. If you buy the ticket, the prize pool will get increased, so the money will end in my pocket. Впервые в подарок к билету ты получишь оригинальный сет налича и лоудинг-скрин с пиктограммой StarLadder TV. Напишем новую историю Dota 2 сцены вместе. А ты купил билеты на StarLadder? Покупай билет черепах. Ну что же, я думаю, все уже купили билеты на StarLadder. Если не купили, то мы вас просто сейчас заставим это сделать. Да, да, да. Потому что да, призового, кругленького призового осталось вообще всего ничего. Ты владеешь средством внушения? Ну... Да, ты думаешь, как я жука своего продавал? Вот оно что. Я просто ехал сюда в такси и слушал по радио отличную шуточку, такая была клевая, что можно очень сильно долго втыкать на человека вот так вот в одну точку. Но есть большой риск, что придят родители и спалят именно. Придется переключиться на порнуху, чтобы они не подумали ничего плохого. Ну, типа того. Ладно, в любом случае, доброе утро. Одно из немногих утр, наверное, когда вы всю ночь не смотрели StarLadder Америка, хотя кто его смотрит, StarLadder Америка, это Фахатханта Бенназы. Да ладно, там нормальные зарубы на Америке, там даже перуанцы тащат. Даже я смотрю. Вот, да, чувак, даже, там перуанцы, отбился. Там Артизи, который на 5-й минуте левел 12 бегает, там просто Эмбер Спиритом на себе с Айншеллом всех убивает. В любом случае, последний день SLTV China, последний, ну, то есть первая часть нашего турнира подходит к концу, у нас есть уже одна команда, которая едет в Киев, буквально через 2,5-3 часа к ним присоединится еще одна команда. Будет это или IG? Да, или же Ньюби. Но это мы узнаем буквально совсем-совсем скоро, потому что мы уже вот переключаемся на игру, ну и давайте посмотрим, собственно, на команды. Да, вот они, IG и DK, видим мы их сравнительно. IG и NB. IG и Ньюби, да-да-да. По Фрейду. Да. DK уже... Все, ДК уже у нас тут почти одной ногой в Киеве. Ну, вообще вчера вечером уже на полном серьезе, ну не на полном серьезе, вчера вечером уже работали ребята по документам, то есть Экстримчик уже с SSI связывался, ну, по поводу получения визы и так далее. Как можно скорее это дело организовать, и ребята это тоже прекрасно понимают, что чем быстрее они лишатся этого геморроя с визами, тем же им легче будет потом разбираться, никому не хочется. Да, кстати, сразу надо сказать, что сегодня ночью на GosuGamers появилась статья по поводу нового законодательства, по поводу того, что гражданам России нужны будут визы в Украину, и это ставит под опасность проведения финала StarLadder'а. Я сразу написал в Twitter, в принципе, и на GosuGamers это тоже потом написали, что это не проблема, и мы предоставляем визовую поддержку абсолютно всем нашим финалистам. Так что, если, например, команда Empire или RockSkies, да, или Virtus.pro отберутся на LAN-финалы, то не будет у них каких-либо проблем с посещением Киева. Да, по идее, проблем быть никаких не должно, и я надеюсь, что их действительно не будет. Да, и все, все будет хорошо. Так, опять у нас кто-то не загрузился, к сожалению. Вот да, на ваших экранах лица игроков IG. Я думаю, не загрузился. Сейчас мы потроллим. Кто это не загрузился? Кто?
Кто сказал мяу? Кто сказал мяу? Да, ну и, собственно, вот пока вам самые пикаемые герои у команды IG, Shadow Demon, мне кажется, еще остался с тех бородатых времен, когда он был в тренде. Ну, Visage, понятно. Вот Рубик. В принципе, понятно, что Shadow Demon остался с бородатых времен, потому что Рубика брали раза в два больше, чем Shadow Demon. Ну, как бы проблема, ну, разница между ними в том, что и, то если Рубика и тогда брали, то сейчас его продолжают вот брать. Вот именно, так и есть. Shadow Demon же, к сожалению, почему-то у нас сейчас вылетел немножечко из пиков. Но я уверен, что он еще появится. Ну, вот они Ньюби, которые вчера нас очень порадовали в матче против команды LGD. Действительно понравилось, как сыграли эти пацаны. И мы, опять-таки, зацикливали внимание на том, что абсолютно правильное отношение к сборке артефактов у игроков, что абсолютно правильно собирается Вивер, не так, как Бёрнинг и так далее. Блин, слушай, шаффл лоудскрина мой мне нравится уже. Мне прям, даже нравится, прям у вообще. Меня вот там то пудж, то... А у тебя тоже пудж за шаффл. Да, у меня сейчас пока пудж тоже. Ну, в принципе, ладно, я думаю, можно пока показать твоего пуджа, который... Ну, это да, это дендин лоудскрин. Собственно, из фри-ту-плейского набора, я думаю, вы уже все приобрели фри-ту-плейский набор. Если не приобрели, то мы вас призываем к тому, чтобы вы это сделали. Если вы не посмотрели фильм, то вообще вам стыдно должно быть за себя. Да, кстати, я не знаю вообще, кто вчера не смотрел фильм. Я не смотрел фильм. Вольво прикольно сделали плеер стимовский, мне очень понравился. Да, я пересмотрел абсолютно все бонусы. Ну да, я тоже. То есть мы сразу дома сели, пересмотрели сначала все бонусы, а потом, когда дошло уже дело до фильма, я уже понял, что 2 часа ночи, а в 8 Китая, я только приехал домой. После европейского вчерашнего Старладера я решил, ладно, фильм подождет до завтра. Ну, мне не принципиально, потому что я его видел. Да, там на самом деле немного поменяли, правда, то ли мне показалось, то ли нет, но Мизери подписывали Пайка там и наоборот, кажется. А, ну. Ну, точнее, там не наоборот, а одним и тем же именем, кажется, двух типов. Они реально похожи. Короче, эти шведы все на одни лицо, блин, то есть забей. Я причем, ну, возможно, меня проглючило, я не перепроверял эту инфу, но я же говорю, первое впечатление, что у меня было, типа, смотрю, там Пайкат и там Пайкат написано. Думаю, ну ладно, Пайкат так Пайкат. Два пайката. Два пайката будет у нас, да. Да, у нас довольно серьезная сейчас проблема. У нас не прогружается наш админ встречи. Да, да. Вот, наконец-то. Братан, ты все-таки починился в интернет. Это товарищ, который нам помогает. Он сам из Сингапура. И он нам помогает с хостом игр и так далее, и так далее, и так далее. За что ему огромное спасибо. Волонтер. На безоплатной основе человек делает добро. Да, занялся организацией всего китайского дивизиона, что очень-очень похвально, естественно, потому что сами мы точно никак не справились. Ну, только по той разве что причине, что мы просто по-китайски слово ни одного не знаем. Не, ну я знаю, там, ну, их нельзя в эфире даже говорить эти слова, которые я знаю по-китайски. Ладно, Ньюби против Invictus Gaming, best of 3. Победитель едет в Киев, проигравший занимает третье место и не едет никуда. У нас по плану сегодня еще гранд-финал китайского Старладера, где сыграет ДК против победителей, ДК с преимуществом 1-0 в best of 3 формате. То есть, ну, в принципе, это может быть вообще одна карта, ну, а может и не быть одна карта. В любом случае, мы уже ближе к этому самому гранд-финалу разберемся, что к чему и куда. Да, ну, кто не понимает, зачем нужен гранд-финал, вот как раз вчера Вилат писал у себя в паблике про систему проведения ланов. Так вот, там будет у нас распределение по группам. Соответственно, первое место попадает там в одну группу, второе в другую. И вот от того, какое вы место займете, вы и... Скажем так, первое место занять выгоднее, потому что ты будешь в группе с командами, которые займут второе и четвертое место в Европе. Вот так. Да, согласен. Зато прикинь, как невыгодно командам на втором и четвертом месте в Европе попадать с командой первое место Китая. Ну это да, будут думать, будет рублево. Сейчас у нас в Европе, напомним, впереди планеты всей идет команда Empire. И пока не собирается она сдавать позиции. Вроде бы это так. Я даже соглашусь, что у них все пока получается очень-очень даже хорошо. Надеюсь, что они продолжат в таком же духе. Очень бы хотелось понаблюдать за их успехами на других турнирах. Ну, на так. других турнирах. Ну, на одном другом турнире, да. Да. На все остальные, в принципе, плевать, да. Вот на одном другом просто. Там, я думаю, на других турнирах, думаю, ну, на Dream League у них тоже все окей. Че он прицепился? Вот оно что. Я вглубь смотрю просто. Ну да. Так, ну что, Ликантроп Раста в бане у нас от Invictus Gaming и Фурион Nature's Profit. Чаще мы видим Расту, это в бане. Ой, Фурион Nature's Profit, я прям так сказал. Да, Фурион Nature's Profit в бане. Ну, инвокеры не отдают Феррари, не хотят играть против этого жуткого малыша.
Ну и тут же бэтрайдер для Xiao. Для себя сразу же забирает Xiao. Ну что, Ancient Apparition Venomancer? Здрасте. Да не. Ну что не, если они не в бане, то очень может быть, что и да. Ну вообще... Ну, китайцы вообще немножко не так в трендах, как европейцы. Если бы это была Европа, тут не думая, просто сразу и все. Не, ну это по поводу Venomancer. Ancient Apparition-то у них как раз вот тоже в тренде. И мне кажется, что сейчас, возможно, думают над вторым героем. Вот видим Рубик и... Чё, а не Рубик? Да. Чрубик. Или Руань. Руань, да. Тоже вариант. Руань. Лайфстиллер. Рубань. А есть же еще один из любимейших героев команды IG, это Брюмастер, которого... Они любят брать, но они его возьмут потом. Да, мне кажется, что его вот просто так не глядя не стоит брать. Нужно брать, если ты действительно видишь, что будет какой-то там... Например, будет два неприятных героя. Да, ну вот и VVF. Ты угадал. Radiant так вот, если будет каких-то два неприятных героя, или там будет какой-то Силабер, то действительно Мишка, который Брюмастер, он очень-очень полезен, потому что сам маленький медведь не может собирать БКБ, значит, его можно поднимать ветра регулярно. Это действительно напрягает. Ну, посмотрим. Опять-таки, действительно, зависит от наличия Брюмастера, от наличия какого-то запаринского героя, что ли, у соперника. Ну и чем ответит сейчас Ксяо? Опять-таки, по поводу Ньюби можно, ну, не так легко сказать, например, как по поводу их стратегии, как можно сказать про IG. У IG как-то все более понятно. Ну, это же IG. Все к ним привыкли просто больше, да и все. Да, ну тут, кстати, вот подсказывают все правильно, что призовой фонд, точнее, бонусный фонд, сохраняй фото в Facebook. Сохраняй фото в Facebook, конечно. Вот, бонусный призовой фонд составляет у нас уже там 115 500, а призовой фонд всего восьмого сезона был 135 000. Пожалуйста. То есть уже почти набили полный призовой фонд прошлого сезона. Да, это, конечно, серьезно. Это реально ачивка, очень-очень мощная ачивка. Ну и сезон еще далеко не закончен. Да, так и есть. Даже до половины мы еще не дошли. Так, мне в друзья добавляет Анастасия Дашкевич. Внебрачная дочь, что ли? Не знаю, внебрачная жена. Внебрачная дочь. Тут вряд ли жена. Это же Сашка. Это же Сашка. Привет, Саша, я знаю, ты нас слушаешь сейчас. Я 100% уверен, что он нас слушает. Соскучился за Дотой? Ну, сидят с Фаником в своих Дубаях. Ну что им там делать? Что делать в Дубаях, действительно, кроме как смотреть утро, Доту? Ну, заходишь себе спокойно в Twitch и смотришь, или в Доту ТВ. И Дотка. Да, у них же там ноуты нормальные вроде. Так конечно. Что? 10 seconds to go. Ну что же, в бан улетел Шторм. Помню, как кто-то когда-то троллил американцев, которые были в полете, у них же есть Wi-Fi в воздухе, чтобы они с ноутов играли, потому что они опаздывали на матч. Это было бы забавно посмотреть. Ну, я на одном из рейсов Дельты из Сан-Франциско в Сиэтл, ну, это единственный рейс, который я летел над территорией Америки именно. Внутри, да. Да, внутри Америки. Там тоже был Wi-Fi, я чисто для... Но я знал, я очень хотелось, я попробовал. Стоил он, конечно, 9.99, то есть час стоит 4.99, а сутки 9.99. Я думаю, ладно, там, 3, что-то 4,5 часа или 5,5 часов лететь, думаю, ладно, заплачу этих $10 чисто для теста. И Wi-Fi был хорош. Я смотрел стримы на Twitch, и, в принципе, было все более-менее нормально. Я еще там через Subcast запустил какой-то футбол и шел. Что-то там, не помню, кто играл, но нормально, в принципе, не, ну смотрибельно. Круто. В самолете. То, да, что это, надо. Это из разряда, как мы в Швеции, когда ехали на DreamHack, в автобусе Wi-Fi был. Вот это тоже был костер. Да? Я понимаешь, это, ну, то есть в Швеции, в Польше, в Германии это в порядке вещей, то есть это нормально. Ну, причем еще прикольно бывает, когда ты сидишь просто на остановке, ждешь автобус, сидишь с телефоном, тебе скучно, то подъезжает какой-то автобус куда-то, такой стоит, такой, о, Wi-Fi, из автобуса, хлоп, подхватил что-то, скачал, так далее. Когда же у нас это появится, а? Не, ну нас там обещали на трамваях сделать Wi-Fi, но что-то я до него так и не... Я видел таблички вот эти, знаешь, значит, логотипы Wi-Fi, но самого Wi-Fi за этими табличками не было. Ну, я просто не очень часто езжу на трамваях. У меня просто подходящий маршрут как раз там. Ну, да. По паре направлений, так что...
Так что я там частый обитатель, но, блин, вот реально висит значок Wi-Fi, а Wi-Fi нет. Ну что за хрень? Свинство. То же самое, да, как в киевском метро. У нас есть значок Wi-Fi, к нему даже можно подключиться, но интернета он не дает. А, это очень сильно. Это вообще чит. Ты был прав, Ancient Operation. Ancient Operation. Правильно, правильно. Ну, третий пик Ньюби. Ну вот не нравится мне алхимик, ну вот очень не нравится. В последнее время что-то все игры с алхимик какой-то бред. Ну, зато Линку заставляет собирать. Это да. Классный твит там вчера был, ты твитнул тоже. Шикарно вообще просто. Мне там в мою честь запилили. Ну, блин, реально бомбило просто жутко. Я не знаю. Рекоменд. Причем больше всего меня улыбнула графа по ситуации артефакта, знаешь, который там в самом конце. Тоже и по ситуации, везде линкенсферы, в любой ситуации, непонятно, собирай линкенсферу, все правильно. Ну это привет Бёрнингу. Doom у нас появляется в пике у команды Newbie. А, что по линиям? По линиям, не знаю, будет ли Хао на Думе фармить. И вообще пока не особо понятно, что будет по лайнам, потому что все герои весьма многопрофильные. И как их расставят, это уже зависит непосредственно от команды Newbie. Ten seconds to go. Ну что же, четвертый пик команды IG нас сейчас ждет. Reserve time. Пак! Риск! Риск! Че не пуск? Ну, можно и пуск. Ну как пуск? Там нет буквы П, там есть буква Р. Риск. Ну даже Руск или Риск. Риск. Нет, пуск. Чудесный герой. Шайба. Пуск. Кто не знает, слово пак переводится как шайба. С английского языка. Смотрите хоккей. Хоккей это классный вид спорта. Я вчера ночью на солнце включил хоккейный матч в итоге. Лучше бы я фильм посмотрел, потому что я час смотрел хоккей. Эти Google факты — это такой вынос мозга. Mm-hmm. Индийские авиалинии нанимают только женщин, потому что они легче. И таким образом они экономят $500,000 долларов в год на топливе. Ты представляешь? Вот это уровень. Вот это да. Вот это просто мега уровень. Это... То есть там бывают такие, типа, ну, хрен с ним факты. Но вот подобного рода, блин, и додумался ведь кто-то до этого. Ну, вообще-то. Просто кто-то до этого додумался. Типа они легче, можно на топливе экономить. Ну блин, тут явно лучше, ну просто если сравнивать даже, не знаю, американские авиалинии и китайские, например, или сингапурские авиалинии, ну те, которыми я летал, по крайней мере. Ну там разница в весе, если брать стюардесс, довольно заметна, скажу я так. Что эти миниатюрные китайки, которых там, не знаю, по 32 килограмма веса, их в натуре действительно отбирают где-то. Выращивают. Выращивают, да, специально, чтобы они работали на самолетах. Потому что, ну, они действительно миниатюрные. Мне кажется, я бы их, ну, не знаю, троих бы на спину посадил бы и пошел бы там куда-то. Не заметил бы даже, что происходит. Но в то же время такая барышня с Алабамы на рейсе. Да ладно, Амстердам, Сиэтл. С Алабамы, да, у нас там и в Европе хватает, а и на русских всяких. Ну да, 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 таких грозных. Баба Клаш. Я сразу вспоминаю наши поезда и вот этих всех типичные проводницы. Вот Верка Сердючка, чтобы вы понимали, это действительно... Типичная украинская проводница. Типичная украинская проводница. Причем с бухлом, с криком и так далее. Да-да-да. И вот это вот «Постель сдавайте!» «Шо?» «Можете на права еще сдать». Пятый пик, 8 секунд. Фейт задумался. Вайпер! Вот этого персонажа в Китае я вижу впервые. Да, 100%. Вот пытался сейчас залезть, как Шерлок Холмс, в закрома своей памяти. Мне не получается, потому что я что-то... Дворец памяти. Дворец памяти, да. Дворец памяти мой не работает, потому что я, к сожалению, опять... Я сегодня проснулся в 7. Просто думаю, окей, просыпался в 7.30 раньше. Всегда попадал в пробку и так далее. Сегодня проснулся в 7. Очень быстро все сделал. Покушал быстро хлопьев, вызвал машину, сел, приехал. Все равно не успел. Такой бред. Поэтому я не успел кофе с утра попить. И мои дворцы памяти немного не работают, скажем так. Мирана, Байхау, ух ты. Ух ты, это Кэрри Мирана. Но это понятно, что в связке с Шэдоу Демоном Му на Бэтрайдере, а не Ксяо Эйд, как мы предполагали. Изначально. Интересно придумали. Ну что ж. Да, неплохо. Ну и пак в миде будет. Хао
Патма, вот это сразу должно намекать о том, что никакого супер лейта у нас не будет, по задумке команды Ньюби. Ну, типа да. Что герой действительно неподходящий. И наличие Shadow Demon подразумевает, что он будет просто на фоллоу за Патмой постоянно бегать и будут действительно стараться кого-то цеплять. Потому что по-другому я не вижу, как можно здесь выиграть. Нужна реализация, естественно, Патмой с Shadow Demon и нормальная инициация с Бэтрайдером. Слушай, а у IG 2-2-1 что ли получается? Кого что? Ну, по линиям у IG. Или у них что будет? Трипла в сложной? Или что? У IG? Да. Что у них у IG? Ну, IG Viper, BXC и VVF на Nike, на своем любимом. Но, скорее всего, это действительно трипла в сложной. Ну, возможно, возможно. Так, вот VVF уходит на лайфстиллере. Не знаю по поводу триплы, но просто на лайфстиллере поставить сложно, это тоже реально. Мы это тоже видели. Привет Сашкевичу. Да. Мы на DreamHack'е это очень часто наблюдали. Там чуть ли не в каждом втором матче Na'Vi использовали подобную тактику. Там Фаник фармил на луне где-то наверху, а в сложной линии стоял хвост. Ну вот мы видим сейчас YYF с тапком очень быстро бежит ставить вард на лейн. Вот он его тыкнул и успевает спокойно вернуться назад. Можно было бы еще сбегать раз туда-назад. В любом случае, да, действительно так оно и будет, походу, потому что Чуань с Фейтом пока отправляется на топ в миде, понятное дело, что будет находиться Феррари. Ну а в сложной, на своем любимом герое, в ВВФ, на лайфстиллере, будет, ну, с одним тапком, ноль голды у него просто. Нормально. Или просто ему кто-то что-то даст. Не, ну ему сейчас там натыкают, да, каких-то, вот-вот-вот, ему вот. Два тангусика дали, к нему еще в курице приехали, его тангусики с веточкой, и ты все. Смотри, какой сразу запакованный получился. Да, ну тапок он просто сразу закупил для того, чтобы побыстрее добежать, поставить вард. Ну и он успел, кстати. Да, чтобы показаться быстрее вражеской команды там. Слушай, а тут Ксяо идет в легкую, и вообще получится у нас... У нас получится, скорее всего, Doom против Найкса сложно, и в итоге получается, что по линиям-то угадывают парни из... IG, потому что Ньюби против Вайпера на топе с Патмой, Шэдоу Демоном и Алхимиком будет, да, в принципе, нормально. Ну, как сказать, дамаги там все равно много. А Вайпер, он там, конечно, будет не один. И вроде даже есть чем приостановить атаку, учитывая наличие Рубика. Там должен быть сейчас телекинез у Чуаня. По-другому тут вряд ли получится драться. Ну, конечно. Ну, смотри, вообще действительно что-то непонятное по линиям у нас происходит. Хао в результате пока чуть ли не один отправляется на топ. Ну, к нему подтянутся. Возможно, подтянутся, возможно и нет. Вот что меня больше всего смущает. Ну, а Doom против Лайфстиллера, да и Лайфстиллер против Дума себя неплохо чувствует. Ну, все и причем на данный момент Doom вообще бегает в лесах, ищет, чтобы ему захавать, но у него тут одни тролли, и он понимает, что, ну, придется хавать тролля. Хотя мы понимаем, что тролль это, ну, самый, в принципе, бесполезный на ранних левелах. Да, если ты не крит. Собираешься ходить гангать, то это действительно так. И что у нас там? Shadow Demon походил, побродил, ничего не сделал. Я не знаю, вот что делать сейчас банана, или какая тут вообще есть общая задумка. King-J, понятно, King-J сейчас стакает крипов для того, чтобы Бэтрайдер потом прилетел в один прекрасный момент, все это зафармил. Shadow Demon не успел. Вот тут, например, сделать дабл спаун. И что у Ньюби получается? У Ньюби получается Патма против триплы и снизу Doom типа против Найкса, при том, что Doom пропустил пачку крипов. Но это как-то, ну, как-то не знаю, как-то вот не нравится мне особо это. Да и пак в миде не особо-то парится по поводу Бэтрайд, то есть стоит он нормально. А, мое мнение, что IG здесь по линиям должны выигрывать очень сильно. Да, даже. Мне кажется, что Ньюби тут вообще не поняли, что они хотят, но как вот они хотят. Вот Хао прилетел вниз. Сейчас бы стрелу давать в ВВФ, но нет. Что, вот он, а у него, ну, есть. Смотри, а вот и сетка пригодилась. Не, ну ВВФ дождался до последнего по поводу рейджа, понимал, что в него сейчас прилетит Ару. И все, короче, Ньюби провалили просто начало, тотально провалили. Сейчас будет опять куча беготни. Ну, Ксяо пойдет или в лес, или в сложную побежит. Но, скорее всего, он пойдет в лес. И в итоге у нас получится три героя в лесу. Снизу фармящий Хао, который два крипа убил. И да, и ты абсолютно прав. Просто проваленная стадия линий. Я салат. Ничего не понял, что только что произошло. Вместо того, чтобы расставить банально по-обычному там как-то героев. Ну, пытались надурить. Да, поставьте там триплу на триплу, попробуйте повоевать. У вас вроде тоже неплохая трипла, если брать там Shadow Demon, Патма и Алхимик. Есть неплохой Burst Damage. Я имею в виду стан, стрела, Starfall. Можно каких-то там суппортов пытаться убивать. Даже Вайпером теоретически можно пытаться убивать. Но, блин. Не, ну, видно, что понятно, что часто бывает такое, что команды в первую очередь передумывают сами себя, и вот тут получилась именно такая ситуация. Тут вот ты абсолютно прав с этим термином, что они просто сами себя перехитрили, и в результате сейчас теряют достаточно много.
сейчас, секунду, я... Слушай, Иксяо подбежал, ему сразу два плевка от Вайпера, и Иксяо здесь против триплы будет стоять. Ну а что здесь сделает он против триплы? Будет получать экспу. Все. Больше он тут ничего не может сделать. Бывает, бывает. Да. Ладно, YYF тем временем фармит Ancient'а еще. Как это он умудряется-то, а? Какой жесткий этот YYF. Это же YYF. Просто левел 3 Nike фармит Ancient'а. И уже зафармил двоих, остался один. Да, самый главный вроде бы остался. Он просто кайтит. Этого древний пацана. Гранитный голем. Мне больше громоящеры нравятся. Громоящеры. Кстати, интересно, как в украинской дотке их перевели? Ну еще же нету на мейн-клиенте, по-моему. Или есть уже? Да, есть уже. Я же говорю, еще месяц назад я играл на... В мейн-клиенте? Да. Да? Ну, блин, я же в тест вообще... Все, я сейчас между играми поставлю уже. Мне просто интересно. Ну, просто у меня английский. Просто шаленство. В чем, да, в чем проблема Стима, что если ты ставишь язык, то оно меняет язык во всех играх сразу. А типа играть некоторые игры с русской озвучкой — это истерика. Типа GTA, ну вы понимаете. Потрачено там и так далее. Потрачено, не, ну потрачено, это, кстати, прикольно. Нет, там же и написано wasted, то есть, ну реально ведь потрачено. Не, ну типа. Ну, типа, да, тут не поспоришь. То есть, ничего такого. Тут не поспоришь. Ну, я, кстати, вот ты смотрел вчера free-to-play, я же думаю, ты с субтитрами смотрел тоже, да? Так снизу, подожди, здесь атака, стрела ВВФа. Больно, больно, ВВФ, Starfall, ВВФ, Rage! Он просто застрял между двух иллюзий. Ну, как это часто получается с Shadow Demon'ом. Да-да-да, там еще пытались у нас поймать только что Дума, но Дум под Scorch Earth уходит и поставляет тут триплу воевать с вышкой. И эта трипла сейчас вышку должна победить. А, не, крипы ушли. Тучка от алхимика, да, и кажется, да, победа... Тучка довольно сильно мешает. Ну, хотя есть по-прежнему Сич Крип и пытается... Ну, Вайпер очень хочет дать заденайт Тауэр своим... Ну, нормально, надо сейчас втроем бить, и тебе тяжело будет заденайт, если втроем будет бить. Ну, вот отлично сыграли. Кси забрал. Слушай, 1000 голды, и у него появляется сразу Баклер, первый шаг к Меке. Там видим фейзы. Так вот, если вернуться к фри-ту-плей, там есть бонус сцены с Дэндиком во Львове. И если во время этой бонус-сцены включить украинские субтитры, там можно очень-очень плотно поржать. Вибачаю за своего кота, він може обіцикати вам все тут. Я на этот, конечно, огонь. Просто вот обіцикати. Ну еще, кстати, если кто уже посмотрел, и рекомендую вам также во время просмотра фильма, вот просто в Steam зайти, там есть кнопочки снизу, включить комментарии Дэнди или Фира. Ну, за это, кстати, еще и ачивку дают, если вы посмотрите фильм с комментариями Дэнди. То есть там идет такой же точно фильм, да, только с комментариями Дэнди. То есть закатывай комментарии Дэнди. Интересно. Ну, YYF пытается убежать. Ну, сейчас будет стрела ему вдогонку, кстати, на узкий проход, но он уворачивается. Да-да-да, пытается догнать его так же еще дальше. Под сулкетчером типа больно, но маны просто нету, есть сюда уже телепорт, и Хау идет. Ну Хау очень активно играет, по-моему, мне вот это смотри, нравится. Смотри, там в миде Кинг Джей только что сбил Феррари, через ульту он его забрал. Кстати, даже иллюзорер не потратил, так тут прибегает Дум, но Дум только 4 уровня, так что пак безопасности. Так, да, у нас, смотри, утащили Ancient'а Паришина. Хайграунд, там он сгорит, там он сгорит. Тут, да, тут да, без шансов, но надо улететь. Сжечь заживо изверги. Прибежал к Сяо, ну, забирает фраг Му. Да, вот отличная игра здесь от Му. Тоже до даггера ему осталось всего 500. 2-1 ньюби, то есть, в принципе, ничего очень печального пока не происходит. Ну да, есть два фрага. Но здесь же Тауэр забрал Вайпер, и у Вайпера здесь абсолютный фрифарм, 38 на 9. У Пака в миде тоже все шикарно, 32 на 1, да, снизу немножечко пофармило Патмана. Все остальные, в принципе, ну, Бэтрайдер. Да, там Бэтрайдер может, по сути, вытащить эту игру, именно вытащить. Ну, Бэтрайдер, видишь, ему настакали, он нафармил, то есть, в принципе, в миде он там... Ну, это ведь тоже не выиграл элементы линию. Ну, да, то есть тут не поспоришь. Если нет возможности выиграть линию, то надо добирать какими-то другими особенностями. Да, но они тупо забили вообще наверх, вот просто забили, их там не было никого, там пришли только попытались подефить тауэр, не задефили и опять-таки забили на эту вот линию. Я прошу прощения, но я реально не понимаю, чем занимается Кинг Джей. Он уже возможности 3 или 4 пропустил по дабл спаунам там для того же Бэтрайдера. Ну, потом просто бегает рядом со спауном на этих секундах и просто носится там вперед, назад, вверх, вниз, как попало. Ну, я не знаю. Вместо того, чтобы прийти и просто сделать дабл спаун. То есть этот чувак пока не особо-то полезен. Вообще этот герой пока не особо полезен. Даже тут дело не в Кинг Джей. Он может быть полезен, но его же надо как-то использовать, а не просто бегать на нем вперед-назад.
Не, ну можно бегать вперед-назад, что? Большинство, например, там наших игроков паби так и делает. Ну, это очень-очень классно. Берешь и начинаешь бегать туда-назад, туда-назад. Да, ну и вообще по поводу фильма Free-to-Play, то, я думаю, многим должен был понравиться данное произведение искусства. Да. Ну, я уверен, что понравилось. Атмосферно сделали так. Прикольно. Немножко, возможно, сопливенько, но все равно это было... тем не менее, старались же как-то хоть драму привнести в киберспорт. Это же кино. Right, это же кино, да. Да, основано на реальных событиях. Бонусы с артстайлом понравились, кстати, тоже. Да, бонусы с артстайлом четкие, и особенно в бонусах с артстайлом там есть просто чудеснейший кадр, который, когда артстайл говорит, что E-Home, они не настолько агрессивные и опасные, как, например, Meet You Makers или M5, и в этот момент NS-а показывает NS-а, который, это было воскресенье, то есть, ну, это было воскресенье действительно перед гранд-финалом, когда они это снимали, это был ресторан отеля, и это было жесточайшее будунище у НСа просто. Я просто видел это лицо, типа, да ну нафиг. Жесточайшее. Ну, тут здесь Хао пытается воевать за Тауэр, и YYF динает его. Хорошо, что YYF сыграл. Да, не затупил. Ну так вот, чтобы подсуммировать вот по фри-то-плей, я думаю, мы весь день сегодня опять-таки про него будем говорить, про какие-то моменты из этого фильма. Цеплять, возможно, действительно, какие-то эпизоды, вспоминать что-то. Вы смотрите, если вы не посмотрели. В паузе сегодня между Китаем и Европой у вас есть чудесная возможность потратить час 10 с пользой. Здесь да, атака, можете уже, атака. В принципе, ставить на предзакач, точнее, не на предзакач. Можете на Ютубе посмотреть, не закачивать. Не знаю, мне в Steam больше понравилось. Конечно. На Ксяо напали, сейчас он замерзнет здесь. Ну, до свидания. Еще вард тыкнули на всякий случай. Тут Бэтрайдер прыгает, цепляет Фейта. Фейт. Бэтрайдер очень сильно тут рискует, на самом деле, потому что там Вайпер как-никак, от него сложно уйти. Но тут Вайпера могут сейчас кинуть ребята из команды IG или же нет. Не хотят они бросать. У него мека. Да, мека просто у Вайпера, вот в чем дело. Тогда все нормально. Мека, стики, и он уже фуловый по ХП, и половина маны также на месте. Так что... Стянули двоих героев, убили Дума, и ну, все отлично. Все это время мы вообще не видим Феррари. У Феррари даггер сейчас появится на 10-й минуте. Это очень ранний даггер для Пака, ну, в миде. Ну, учитывая то, что он не фармит стаки в лесу, то да. Ну да. Тут для Пака проблема с быстрым приобретением даггера, плюс еще там обычно стараются какой-то ПТ собрать. Ну, тут мы видим, Феррари решил без ПТ раннего обойтись, скорее всего, потом когда-то тревела пойдут. Но все равно достаточно быстро. Вот он, даггер появился. Так вот, да, мало того, что вот так вот сделали с Бэтрайдером, заставили его пойти туда поймать. Типа, нет, даггер ведь не был реализован, по сути. Тут на свой YYF ловит стрелу в рейдж и спокойненько уходит. Пофармил леса, пофармил на линии. Подма против лайфстиллера вообще глупо выглядит и... Не, ну не она знаю. Типа его гоняет, что-то там фармит, но... Ну да, вот... у Патмы больше крипов добитых, это понятно. Но конкретно как герой против героя, она для него вообще не угроза. Да. Ну то есть я не вижу, да, Хау нужны не такие герои. Мы знаем, Хау нужен антимаг, Хау нужен морфлинг, что-то такое. И он, да, он будет отваливать. Как Хау будет разваливать на Патме, я пока сказать не могу. Ну, возможно, как-то будет. Да, я тоже не исключаю этот вариант, конечно же. Там Патма может стать сильным керри за счет своей хорошей там анимации атаки, рейнджа и всего остального. Способности у нее тоже более-менее подходящие, но способности у нее тоже, как ни крути, но не керри геройские. Это больше там гангер, убийца, там, да. Тимплейный герой, то есть не соло. Вспоминаю я всегда Фэби из корейской команды Bird Gang, который играл роуминг Патмой. Вот роуминг Патма с мекой. Ну смотри, будут ловить сейчас своего эфа. Он успевает прожать рейдж, но Бэтрайдер его все равно ловит. Он идет отсюда. Уходит, кажется. Сейчас стрела будет. Ну, он уворачивается абсолютно спокойно. Пак прыгает, отлично, Сайленс по двоим. Будет ли Дрим Скойл? Ну. Там еще он попадает арбой по Кинг-Джей. Кинг-Джей там взорвался, не смог с хайграунда закинуть свой стан. Слишком далеко оказалось. И забирает Бэтрайдер в результате. И очередной такой мини-провал от команды Ньюби. Да, и опять-таки IG никого не теряет, IG зарабатывает кучу экспы, и вот мы видим, на топе они оставили немножечко пофармить Паришина, чтобы тот получил левел, и у Фейта вот следующий крип скажет, он после следующего крипа, пацаны, у меня есть ульт, говорите, куда заряжать, ему говорят, заряжай в мид уже, и он такой говорит, сейчас заряжу, это я читаю просто игру команды, прям читаю. Ты TeamSpeak решил их? TeamSpeak, да, но вот он в мид прилетел. Ладно, я ошибся.
А просто у него аркантапки. А у Рубика тоже аркантапки, оказывается, уже есть. Аркантапки, походу. Вся команда зааркантапчена. На Вайпер бы Яшу какую-то собрать не помешало, мне кажется, потому что герой... Вот на Вайпере Яша выглядит действительно очень-очень актуально, потому что сам по себе медленный, ну просто пипец. Скорость атаки отвратительная. Скорость передвижения отвратительная. Но единственное, за счет чего он выезжает, за счет того, что он такую же скорость атаки и скорость передвижения отвратительную делает всем остальным. Так что тут да. К нему особо нельзя придраться. Ну, видим, в 3 у него пассивочка, коррозив скин. 20% муслов, 20% атак слоу, 20% magic resist. Да, очень хорошая штукенция. Если не получается с быстрого прокаста вайпера забрать, то потом ручками заковырять его становится достаточно проблематично. Ну а здесь быстрого прокаста по сути нет. Есть разве что Doom и Starfall какой-то, ну, тратить это на вайпера. Там еще, может, да, там еще лайфстиллер есть, не будем так про него забывать. YYF это, я же говорю, мне очень напоминает вот эта схема, то, как играли там Na'Vi на DreamHack. Это действительно очень-очень похоже. Лайфстиллер такой себе план Б. Пока там ребята сейчас будут вчетвером ходить, развлекаться, я имею в виду IG, и за счет хорошо расфармленного вайпера стараться выигрывать драки, то YYF просто постарается себе добрать там пару хороших артефактов. Это какие-то барабаны, это какой-то армлет или там башер сразу может быть. И ему не мешает воевать. Ему абсолютно сейчас не мешает. Тысяча 100 голды. Да, есть смог, но только этот смог был сделан, по-моему, на вардах прямо. Да-да-да, он был сделан тупо вот, на, вот возле этого варда, который стоит, который сюда фейт тыкнул. И смотри, там просто сейчас толпа в толпу. Стоит вард. Ай, не туда пошли. Понимают, что может сейчас могут зайти в инвизи патмы. И также понимают ньюби, что, кажись, их спалили. Да, ну и вот они в итоге появляются. Doom. Видят, что здесь Doom. Видят, что здесь летает Бэтрайдер. Вот, и все прекрасно понимает. Сейчас парни из Vindicatus Gaming, скорее всего, ну, будут они дальше толкать сейчас эту линию. Или нет? Они, наверное, хотят подраться. По деньгам они ведут всего, кстати, 1000, по XP 1500. Но они тут чувствуют, что немножечко все-таки, наверное, сильнее. Но хотя не факт. Ну, пошел у нас Феррари. Внутри у него YYF. Ну и Shadow Demon умирает. Shadow Demon вообще без вариантов тут отъезжает. Лайфстиллеру достается фраг, лишняя денежка в его копилку. Ну и все, лайфстиллер начинает воевать. Это уже серьезные проблемы. Сколько там у него бабла уже? 1600, ого. Тоже барабаны. И смоук ответный. Ответный смоук от команды Invictus Gaming. Феррари сейчас найдет Кин Джей. С него слетел только что Смакевич. Также у нас... А, ну тут спалились ребята. Ну и вайпер умирает. Вайпера. Нету форстафа у Чуани, поэтому тут есть небольшие проблемы. Правда, там у нас еще драка на миде продолжается. А вайпера очень долго ковыряли, пытались его заденаить, не получилось. Там лайфстиллер грызается в Тяо 8. Но в итоге Бэтрайдер умер во время этого всего замеса. И Бэтрайдер получается 1-1. Неплохо. Да, ну видно было, как вайпера месили. Реально, с хайграунда с одного на второй добежал, при том, что на нем Doom висел и так далее. Ну там, я же говорю, там в это время просто началась своя драка, так что не могли уделить вайперу должного внимания. Тут Пак находит в это время по тму. Патма больно бьет. Да, как ни крути, нарезает неплохо. Ну, там фейзы, барабаны, много статов. И аквила еще. То есть дэмэджа там по чуть-чуть со всего прибавляется. И того уже больше соточки. Ну, у нас 16-я минута в итоге. Есть в миде опять-таки вайпер. Вот она пошла мека. И IG продолжает давить сейчас линию. Очень хотят они зайти, наверное, на хэграунд. Стрела. Мимо. Ни у кого не залетает. Мы видим, ну, тучка алхимика очень сильно мешает пушить, понятно. Тучка левел 3, и крипы убегают. То есть, в принципе, стоят, ньюби так терпит довольно серьезно. Феррари, Чуань. В лесах. О, стрим не был назван, да? Угу. Черт побери. Ну, ничего, мы вчерашний весь день StarLadder Европа комментировали с названием StarLadder China. Ну, IGDK, отлично. LGDK, ну, LGDK, да, или кто-то у нас. LG. IGDK, LG, ты уже новую команду придумал. LG. Новая команда LG. LG, да, просто. Спонсор телевизор. Будут тоже с 16-дюймовыми планшетами воевать. 16-дюймовый планшет. Они еще смартфон 16-дюймовый придумали. Нет, это 100%. То есть вообще же мир сходит с ума. Просто смарт-шет какой-то. Смарт-шет. Смарт-шит. Типа того.
Ну что же, Тауэр падает. Пак здесь просветил. Прыгнул Пак. Хорошо, вылезли на Дума. Дум в сайленте. Есть там инвиз. Спрятал. Хорошо, Шедоу Демон. Ну и проблемы огромные. Вайпер. Вайпер успевает все-таки заюзать Меку, но умирает здесь Вайпер. Да, и Василер по Дума, поэтому не слишком круто воевать. Чуань от Патмы у нас погибает. Ну это 2 в 2. Так, ну слушай, там Пак у нас снова где-то нарисовался. Это 3 в 2. Фейт Пак тоже умрет. Хотя лайфстиллер назвать, он понимает, что Дум закончился, вгрызается он в Ксяо Эйта. Нужна, нужна подмога, летит уже подмога, Феррари рядышком, Феррари прыгает, хороший сайленс. И иллюзория арба отличная, буквально пару ударов еще нужно сделать по хау. Нету барабаны. Липа, нету липа, через секунду барабаны. Будет лип. И уходит Патна, да, что демон себя сейвит, YYF. Лоу ХП, надо сваливать отсюда. Вот химика убили, веселая была погоня. В Патме реально не хватило там пол шишечки. Слушай, слушай, ульта прочно полетел. Так. Пойдет. Так. Слушай. Не. Не. Патма шарит. А ведь просто если бежал, то шанс был очень высокий попасть. Очень да. Классно. Аппарат прицелился. Было близко. Virtus.pro God is now playing Dota 2. Здравия, Серега, Серега. Года. Ты, кстати, видел? Не видел вчерашний игры? А, ты смотрел на фильм вечером. Что, что, что? Вчерашнюю игру Virtus.pro против Альянс. Не-не-не, что там было? Стоит в миде God на инвокере. Против него стоит S4 на SF. God идет на нижнюю руну. Берет инвиз. Дальше, я думаю, можно не продолжать. Идет сюда в мид. Идет, идет. Здесь стоит центривар. God заходит, стоит под центривардом. S4 на него смотрит. Окей, вот здесь шейкер. Стоит, смотрит, думает, дурак, лишь. Стан, койл, койл, до свидания. Минус тавер, минус второй, минус третий. Ой, боже, боже, Брайан, Брайан. Как же ты невезучий. Да. С этими сентри-вардами в миде. Да, ну вчерашнюю, кстати, игру Альянс против Virtus.pro рекомендую пересмотреть. 19 фрагов у S4 вчера было на SF-е. 19-1 он закончил, так что рекомендую глянуть там, что там происходило. Да, ну просто кто не понимает, почему я вот начал смеяться и говорить, что продолжение можно не рассказывать. То, что да, была легендарная игра Na'Vi против Moscow 5 на первом интернешнале. Причем да. Игра, по сути, ну, решала, кто там чуть ли не в финале окажется. Потому да. Что дальше противники были, ну, там ну, не супер. Ребята из Na'Vi потом говорили, что в этой игре действительно, ну, это был самый тяжелый матч для них. Да, да. Ну, потому что там реально они могли проиграть, вот стопудово могли проиграть. Да. Если бы не одна оплошность с Сентривардом в миде и Шторм Спиритом, который, по сути, решал всю игру. Который просто зашел, погиб. Спалился, погиб и потеряли две стороны. Да, да, именно так и было. Бывает, бывает. Да, ну что? Брагину до сих пор этот вард ночью снится. Я на 100% уверен. Сентривард просыпается в истерике, да-да-да. Это как агейминг кейсерам снится. Яма на Дасте. Яма на Дасте, да-да-да. Вот, типа того. БКБ у Хау, кстати, скоро появится. Миди молоток он купил. Огр Клаб, Огракс, точнее, имеется. Или Огр Клаб, как там правильно вообще? Огр Клаб, да, Огр Клаб. Огракс, это в старой доте было. Сейчас не так. Ну и 20 минут за нами. Гляну я графики, мы видим, что очень ровная игра. 500 голды преимущество у IG. По XP 26-240, 26-250. Фантастика. 10 XP разница. 20 минут игры прошло, и ничего не ясно. Абсолютно. Но есть мнение, что впервые у нас все-таки в плей-офф китайском здесь будет 3 карты. Ну, должно быть 3 карты. По-другому тут никак. Все-таки команды действительно равны. Если ДК вчера выиграли, выиграли, в принципе, довольно в хорошем стиле, то вот эти ребята... Так, есть телепорт, извините, от Пака-Пак тут же прыгает. И Shadow Take Us. Да, уходят сразу же, как только понимают, что возможна вероятность врыва под ультом Патмы, моментально сентрик под ноги и все. И на этом ребята особо не скупятся, понимают, что лучше сейчас потратиться лишних там пару сотен на сентри, нежели потом пару тысяч на... На байбайки. Да, на байбайки. Так что тут все правильно делают, и мне очень-очень нравится. Фурста в тем временем появляется у Мо. А на Бетрайдере по-прежнему 8-5 в пользу IG, но тут все еще впереди явно. Это понятно. Но и одна, и вторая команда сейчас начинает уже бояться драк. Не хотят вот прямо сейчас в эти драки лезть. Но здесь, кстати, много БКБ появится. Лайфстиллер и Вайпер. А там есть Дум Патма и Нищеброд Алхимик. Ну, типа, да. Все... И, кстати, аппарат играет в этот раз против Алхимика, так что Алхимик не очень круто выглядит, если аппарат в него все-таки попадет.
Кстати, пытался опять-таки Феррари с WWF заскочить вот сюда, с Блинкану спалились, и сразу же там маяки полетели бешеные от Ньюби, что вот нас сюда, нас сейчас будут нападать, давайте осторожнее. Вайпер с Аганимом через 1000 будет. Но опять-таки, Аганим Вайпера, вы понимаете, это 2-3 ульта за драку. А если драки будут как в Sigma Insane матче, там, не знаю, раз 15 можно ультануть за драку просто. Не, ну тот матч, я думаю, знаешь, из ряда исключений у нас. Надолго запомним мы его. Да, ну и у Лу, да, мы не 1200 голды, до 11 левела совсем чуть-чуть, а здесь Рошана убивает Фейт и YYF. И об этом не знают ребята из Ньюби, потому что нет у них вижена. Даже если будут знать, то непонятно, как по таймингу, когда врываться или не врываться. Полетел, да, ну, ульта парашна. Пытается сейчас распугать людей, Феррари очень хорошо все делает. Слушай, ой, он убьет банана. Он просто вышел за орб? Переочковал, да, это называется. То есть он бы, может быть, и выжил, но он вышел за орб. По-любому, Пак не собирался на него прыгать, вот в чем дело. Спрятал бы он себя в Disruption и сидел бы там 2,5 секунды, перетерпел бы там лишних 60 урона, может быть, и выжил. Но он просто разорвал отношения с Паком и погиб. Дипломатические отношения с Паком разорваны. Да, да, ну и минус Рошан как результат, и у Invictus Gaming все опять становится неплохо. И появляется уже почти Аганим, да, там еще несколько сотен. Но по деньгам Ньюби выходят потихоньку вперед. По опыту там такое себе. Если Ньюби сейчас, правда, не смогут как-то по накатанной, да, победить пораньше в этом матче, то я по-прежнему склоняюсь к мнению, что Лайфстиллер с Вайпером будут выглядеть тут немного получше. Да, да, если Лайфстиллер действительно, который уже с Инжин Яша сейчас будет, и Вайпер с Аганимом, они будут убивать. Ну, действительно, в потму Вайпер плюнет разок, но ей там надо будет очень долго думать, что ей делать. Ну, БКБ. БКБ летит тем временем к Хао. Да, готовые уже БКБ. Первая появляется у нас, ну и на топе. ВВФ пока стоит, мы видим, и будет прыгать Му. На кого будет прыгать Му? Му прыгает на ВВФ, а не успевает ВВФ войти в рейдж. Ну, у него нет, да, погибает, да, да, да. Тут вообще без вариантов на него напали. Ульта от Ancient Apparition хорошая, по двоим, но, естественно, продолжения нет, так что просто убегают ребята из команды Invictus Gaming. YYF тут немного, не то чтобы он загулял, он слишком мне далеко кажется, был, то есть... Ну, такое, такое. То есть не то чтобы слишком далеко, просто не в том месте, не в то время, вот. Ну, поймали, убили, да, просто его поймали. Таур, на самом деле, там был буквально в двух экранах от него, так что нельзя назвать это слишком далеко. Ну, все не, же... нормально, нормально. Да. Хоста, тем временем у Феррари. Феррари запрыгнул на хайграунд, убивает вард и уходит. Феррари. То, что надо. А, снизу у нас мы видим, что у Хао. У Хао 600 голды, начинает он фармить на какой-то артефакт после БКБ. БКБ также появилась у Дума, то есть 2 БКБ имеется у Ньюби в 10 секундах. Ну и Бэтрайдер 1600. Пак. Наму прыгает, Silence, а убивать кто будет? Ульта Парейшина. О, хорошо, попадает ульта Ancient Apparition. Вот сейчас Shadow Demon делает то, что должен был сделать немного ранее. Ну и залетает у нас потихонечку YYF. Но ему все равно умирает. YYF на Кинджея. Кинджей сейчас взорвется. Он просто взорвется. Не, он отпускает все-таки очень далеко. Успевает, в Чуаня. Кстати, в Чуане разрядится. Посмотри, какие проблемы у Чуаня. Чуань, живи! А, живет стик! Чуань, хорошо. Стик! И Ксяо без БКБ уже. Да, и там Пак уже прыгает. Вновь Сайленс. Феррари арбу закидывает. Сам ныкается. Это минус Ксяо 8. Да, и посмотрите. Хао еще поймали. Поймали. Долул Чуань стрелу украл. И стрелу же по одному чуть и не прибил. Тут залетает еще Open Wounds по Хао. БКБ Хао прожимает. Хорошо. Он банана умрет, скорее всего. Ой, а нет, ВВ далеко зашел. Инфест. Успел залезть крипа. Вылазит. Там не так много, конечно, у него ХП стало, но тем не менее. Там Патма убивает, там Патма что-то тоже наубивало уже много. Ну, оранжевый герой, как-никак, тут... Смотри. Ой-ой-ой, почти успел, Вайпер, успел попасть в ультой, да, успел, успел, ВВФ погибает у нас, ну и также минус Патма, 585 золота. Боже, какая драка у нас бешеная. Да. Стан в ло. Что, неужели продолжится драка? Тут Феррари, маны не особо много у него. Ну, вот он арбой откидывается, показывает, что он тут есть, и команда решает не особо быковать. Хотя мы видим, уже 4 стака сейчас висит на ло. Ульта Парейшина, на развороте надо драться сейчас. Да, залетает! Да, 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 это минус Бэтрайдер. Ну, да, Му здесь поймали очень четко. И еще можно поймать Кинг Джея, хотя здесь уже вернулся Ксяо Уэйт. Но зато стаки слетели с Вайпера, теперь он вновь стал обычным. Пак, встанет. Передвижение. Кинг Джей, нечем застанет дальше. Пак, Пак, умирает Пак, гем валяется. Да, пытается Вайпер подойти забрать гем, но мне кажется, он за этот гем сейчас и отъедет. Хотя у него слотов даже под гем нету. Тут уже Чуань. Ему тут лучше Чуань, драка пошла дальше. Кинг Джей. Ух, как тут Вайпера срезали. Там левел Дэс еще и залетел. На ура.
Ну и в итоге все всех просто все разменялись. Всех, да, отличная, кстати, тема, то, что все всех. Но вообще, по-моему, ни один герой у нас не выжил. Хотя, нет, алхимик выживал все время. Или нет? Я не помню. Есть у нас кто-то, кто не умирал? Нету таких, короче. А, ну, байбеков у нас тоже нету. Умирали все, абсолютно. Размен был действительно все 11-4. Мне вот безумно интересно посмотреть, кто же все-таки вышел победителем из этой драки. Ну, по-моему, IG. Ну, по графикам пока не видно, да, они там... примерно одинаковые. Ну, хотя у Ньюби впереди и по XP, и по деньгам. То есть, ну, блин, интересно. За счет чего же они впереди? По Нетворсу, ну, вообще за счет Дума, да. Все-таки Дум мы видим. Дум, Деваур 10-300, Патма 10-000. Там поровнее идут три следующих героя команды IG. Но тут мы видим, Патма и Дум немножко вперед вырвались. Ну, и у Патмы денег, ну, правда, не особо прибавилось. Все-таки умер он. Плохо, зато у Дума двушка. Это и это Кираса следующим артефактом. Найкс, Яшуа. Ну, у Найкса дела идут не так хорошо, как бы ему хотелось. По Нетворсу он замыкает таблицу фармил, немного обгоняя Бетрайдера при этом. Там Алхимик уже скоро может до Лайстиллера добраться по деньгам. Вот это действительно не по плану команды Invictus Gaming. Мне кажется, он должен чуть быстрее набирать фарм, и артефактов у него должно быть чуть побольше. Ну, не, хотя бы он же не хвост. На пол айтема, там, я не знаю, любого. Тут Феррари этим временем... Ой-ой-ой, как поймали, ну, нормально, он спрятался, еще сможет сделать, может быть, что-то, да! Успевается. Подняли Кинджея, но он в ульте, и поэтому... Да, там ультимейт Вайпера его не напрягает. Чтобы неповадно было пока трогать. Ну, тут Феррари мог умирать. Если бы Джесси умер Феррари, это было бы, ну, очень глупая смерть, конечно. Да, ну, вышку бы в любом случае потеряли тогда по миду. Хотя и сейчас, возможно. А, нет, Феррари с лайфстиллером сейчас будет инициировать, скорее всего, по миду. Да, ну, там три БКБ. И Хекс, кстати, он купил. Блин, а вот это ведь реально огонь. Вот этот Хекс, он реально может сейчас зарешать. Ну, там три БКБ. Там Пак что-то вообще мансит. Жутко. Стрела. Фейта. Будет ли его убивать? Бать был бы неплохой. Но нет, тут мека от Лу. И Tower Denial. Да, Tower заденайли IG. Просто денает вышечку. Спокойненько разбегаются. Битвы не будет. Будет, но не сейчас, возможно. Ну и Патма 2000. Опять-таки денег. 1500 у Дума. В лесах он немного пофармил. Ну а и Lifestealer не фармит. Lifestealer сидит внутри Феррари. Да, и это, конечно, косяк небольшой. Потому что там-то ребята да. всей своей толпой бегают. И... какой вообще смысл вот в этом вот лайфстиллере в паке, если нет вижена у врага в лесу? Вообще нигде. То есть Invictus Gaming вообще не знают, где находится враг. Они понятия не имеют. И тем не менее, лайфстиллер вместо того, чтобы вот сейчас бить Энжета вместе со всей этой движухой, тупо сидит в паке. 30 минут игры за нами. По деньгам уже 4000 ньюби ведут. За счет БКБ начали чувствовать себя свободнее, начали идти вперед, атаковать и так далее. Ну, то есть, более-менее нормально. Сейчас для Ньюби идут дела, а IG, я так понимаю, вниз будет перемещаться на Т1 вышку. Но Ньюби на Т2 пойдут. Они тут здесь смоки, конечно, пытаются байтануть на Байтеры. Свою Патму. Ну, хотя, типа, не ясно, что здесь целая бригада, потому что ну, он ни разу за игру не выходил так далеко. Внизу с таким же успехом байтят на Вайпера. Вот в чем дело. Только там еще байтеры. Типа, рубик не палится, но вот... Китайские байтеры. Ну и на топе просто хаос. Му начинает забирать тавры. Заберут довольно быстро его. Да, кстати, вышка падает очень быстро. Тут же Xiao 8, они еще попытаются вниз, может быть, полететь по дефить или на Т3 просто пойдут. Ну, а глифа тут нету у Рейдиантов. Что там по глифу? У Рейдиантов глиф есть. И может быть, сейчас мы действительно увидим файт. Или же нет? Не хотят делать ТП. Ну, по одному довольно тяжело в пятером туда влететь, если бы хотя бы двое были на месте, было бы немного, наверное, попроще. Яша у Вайпера, вот то, о чем я и говорил, действительно хорошее приобретение, даже вот как промежуточный артефакт, чуть ли не первый, который нужно иметь. Несмотря на то, что ты будешь там дальше собирать, там, вангварды, не знаю, догоны, некра, что угодно. Но вот Яшу иметь желательно. Вайпер хотя бы догоняет по основным характеристикам вражеских керри, потому что Патма бегает на своих фейзах, да, там 367 мувспида, 362 мувспида там у того же Shadow Demon, 362 у Дума, а Вайпер бегает там со своими 335, еле шевелится. Да-да. Сейчас хоть немножко станет шустрее. Так, я хочу уже драки. Вот последняя драка, которая у нас закончилась там 6-6, хочется опять.
14-11, вот как стал счет, так он и не меняется. И команды опять-таки начали искать какие-то моменты, какие-то, не знаю, варианты поймать на ошибки, но тут не особо-то люди горят желанием ошибаться, что одни, что вторые, и вряд ли будут они это делать. Так, ну вот, Яша как раз прилетел, да, стал он по характеристикам атак спида и мув спида примерно одинаков с вражескими героями основными. Ну да. Ну и налетают. Ну и тут быстрый очень минус на Xiao 8 делается. Xiao 8. Да. Это тот сам любимый Xiao 8, который загулял. Фармил в миде. Вот тут, мне кажется, реально загулял. Да, но это Рошан сразу. Это просто Рошан, который появится буквально через 15 секунд. Не знает об этом еще IG, но... Как будто знают, вот реально. Чуйкевич работает потихоньку. Они сейчас пойдут эншитов заберут, прочекают еще разочек и... Вот уже видят они, что есть Рошан. Угу. Так, Чуань, давай. Иди, проверяй. Не хотят... Что? Давай, давай, ну зайдите, проверьте. Ну лол же ж. Не хотят. Такой вообще провал. Чего они не пошли? Зашли, быстро убили, пока нет, ну, Дума. Да, но... Дума нету. Только пятером в смоук сейчас куда-то пойдут, что ли. Под матом соло все равно всех не поубивает. Но пятером лес фармят. Это очень важно. Пятером, да, фармить лес. На, на 33-й минуте. Это целых 150 голды. В зависимости, конечно, от спауна. Ну ладно, 150 голды на пятерых. Это вот прям как в студенческой общаге чай готовят. Вот примерно тут же точно так же крипов фармят. Наконец-то проверили, что стоит Рошан, и такие, а давайте пойдем. Ну там а сейчас уже есть Дум, да. Ну, давайте зайдем на Рошана. Все в БКБ, вот стрела полетела, вот теперь давайте, да, теперь уже будем думать, как его убить, и убивать ли его вообще, того пацана. Да, мне кажется, что просто так его убить тут уж ни у одних, ни у других не получится. В любом случае, тут будет какой-то лютый экшен. Должен. Четвертая БКБ у Ньюби. Четыре БКБ и Shadow Demon. Да, БКБ это, конечно, штука хорошая, спасает от Ancient Apparition, и свежие БКБ это тоже очень хорошо, потому что 10-секундные это, конечно, огромный плюс по сравнению с каким-то суперлейтом, когда ты только включил, вроде сделал два удара, и оно закончилось. Так что да, по сути буду драться без Ancient Apparition и даже без пака, а Хекс там немаловажен. Но, с другой стороны, Вайперу и Лайстилеру плевать на БКБ. Правда, они пока еще не такие мощные, чтобы совсем плевать им было. Но когда-то... Поплевывать им так, поплевывать. Да. Стрела не долетает просто-напросто, но и отходит отсюда IG. Боятся они, что прямо сейчас здесь сюда кто-то на них налетит. У них нету, опять-таки, вижена на этой стороне реки. Ну и вот он и весь подпы. Да, вот он ваниш, и забегают. Палится Дум... Палится Патма, ну, все палятся, но плевать всем, я так понимаю, тоже. Да, разбили вард, и окей, давайте еще погуляем пару минут. Да, там Бэтрайдер с геймом летает, так что, ну, все нормально. Не будет ничего происходить, опять-таки, пока. Ну, да, тут просто будут стоять, бить эншентов время от времени. Опять пак залез внутрь Феррари, ой, репак. Прям какой-то уже сон внутри сна просто, пак внутри Феррари. Лайфстиллер внутрь пака залез и не фармит лайфстиллер все это время. Вот зачем сидеть внутри пака, если вы не планируете драться? Они не планируют драться, но хотя смоук есть. Смоук есть, и Патмай, если она не успеет прожать БКБ. А когда на тебя прыгает пак с даггером, ты и с хиксом, ты реально не успеваешь прожать БКБ. Ну, я не знаю, какая должна быть супер реакция. Ну вот, Ксяо, вот как раз то, о чем мы говорим. Ультимейт полетела прочно, Ксяо разорвала. Кинг Джей в драку входит тоже в БКБ, его начинает грызть в IYF. Там вот, тем временем поймали Феррари. Вот Ancient Apparition, который уже все свое раздал. Ну что это за пол? Ну и в итоге Патма не убивает Ancient Apparition, выживают все. И какая ульта от Вайпера только что была через весь лес. Просто невероятно. Цепляют так же здесь еще и Shadow Демона. Действительно, минус 5. Но тут сыграло то, что Doom, как я и говорил, ты физически не успеваешь нажать КБ. Это понятно. КБ. Ты не успеваешь среагировать просто вообще на это. Никак, ты получаешь моментальный хекс. Да, враг знает, что он хочет сделать, а ты этого не знаешь. И ты реально не можешь ждать этого. Если ты сидишь и вот каждую там долю секунды на пределе, окей, но это невозможно. Ты не можешь вот каждую долю секунды ожидать, ну что да, тебя залетит. Да. Ну, это не БКБшечка у ласта, там был просто слип, там было проще. Да, тут Ксяо БКБшечка не прокатила. И в результате, как я говорил, изи Рошана не будет, но вот мы имеем изи Рошана, хотя он и был после лютой катки, после лютого файта.
И опять же, Патма меня разочаровала. Патма била Ancient Apparition, который уже дал ульт, колдснэп. Колдснэп, там, ну точнее, колдфит, да, там ульту свою закинул. Ну, он уже бесполезен. Да, он там может еще какой-то колдфит повесить, может даже чуть с ручки побить, но. АА старается в начале файта выдать все, что он может, а потом он может умирать вот. Смертью храбрых, по сути. Смертью храбрых. Это из разряда Энигма, которая дала Блэк Холл, и которую бьют пятеро после того, как Блэк Холл закончился. Как будто ее ненавидят за то, что она всех засосала, и хотят от нее избавиться. Ну, потому что так оно и есть. Ну да, действительно, здесь ошибка команды Ньюби, ошибка Хао, и да не только Хао, ну, даже если бил бы он кого-то другого, ну, хотя там все красные походили, все. Не, я не говорю о том, что если бы он бил кого-то другого, то они бы стопудово выиграли, но вот было то, что он бил аппарата, пока его бил Вайпер. Вот, вот так вот. Ну, в итоге, да, опять-таки, два ульта Вайпера за драку, отличный врыв от Феррари, там, месили еще и Феррари всей командой. Десятисекундные БКБ у четверых практически, там, ну, у некоторых 9, у некоторых 8-секундные, в любом случае. Еще не самые маленькие БКБ никак не помогли. Сейчас абсолютно. Смотри на Ксяо 8, сейчас будет тебе фальстарт. Я тебе говорю, после этого БКБ прожатого, вот он сейчас будет на чуйку работать. Да? Да-да-да. Кого-то видит сразу, жмак. Да-да-да-да, сейчас начнется какой-то замес внизу, допустим, или на миде. И БКБ будет вот чуть ли не сразу прожат. Я не говорю, что это плохо и что это не сыграет, но если он сделает это слишком рано, то просто все разбегутся. Ну, будет то же самое, да, что у Иллидана вчера было, как бы на войде. Опять? Да, он опять не прожал БКБ. Он опять просто-напросто покупает 10-секундное БКБ, прыгает на Рошана, ставит купол, не включает БКБ, получает слип-наги и все. Минус 5. Сколько это будет продолжаться? Я не знаю, сколько это будет длиться. Ну, еще пару раз по минус 5, вот так в таких врывах. В следующей драке он прыгает на Рошана, включает БКБ, и все разбегаются. Не, ну это, конечно, и смех. Это уже, да, это же, ну, вчера мы сидели, комментировали с Витей, и действительно, уже просто не смешно просто. Ну, уже действительно больно, обидно. Не, ну есть люди, которые всегда смеются, я думаю, там у нас... Ну, таких хватает. Пара да. людей точно уж, если нас сейчас и смотрят, то они понимают, о ком я говорю. Ой. Ну да ладно. Есть проклятие на некоторых игроках. Висит оно и все. Проклятие БКБ. Да. Бывает. Еще у нас было питерское проклятие. Да, до сих пор, кстати, оно не... Ну, так, Asus, уже... так Asus и не был выигран, да, вот наверняка, так, да. Asus и не был выигран. Слушай, ноль по деньгам. По XP, правда, уже 9000 впереди IG. Ну, по деньгам все ровно. Ну, потому что фарм у Патмы есть и у Дума есть. Но, опять-таки, если они будут бить Эпарейшена всю игру, и Дум первым умирать, то, как бы, ну, хоть триллиард денег на фарме там. Да, там будет очень сложно, если те герои, у которых основной капитал, будут умирать самыми первыми. То, тут, конечно, все будет предрешено. Пропадает через 3 минуты Аегис, так что сейчас будут IG стараться его реализовать по максимуму. Ну, уже в миде Вайпер просто довел тавер до. Вот, будут сейчас, будет нырять Бутрайдер, пытается он сейчас спланировать атаку. Там за спиной, конечно, уже очень серьезная защита. Феррари тоже заныкался в сторонке. Феррари понимает, что пытается сейчас Shadow Demon просветить, но вышка тут погибнет. Да, вышка тут погибает, ничего не сделает, забирает ее Дайр и что? Будет врыв, да, вот он врыв пака! Да-да, и опять ныряют, теперь уже на Му, и залетает ульта от аппарата, правда, Кинг Джей успели спрятать. Му тоже выживает, цепляет YYF. Вот тут неудачная драка для IG. Да, тут очень неудачная драка для IG. Минус Чуань, и Лу тоже сгорит. Это минус 3. Слишком... Ой-ой-ой, там не сгорел. Выжил Лу, да. 60 хп осталось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая же бочечка, и отличный вейт Монтастайлом только что был, красавчик, Лу. И сбили! Сбили! Ультует! Так погоди, проклятие там Шива! Там сейчас будет стан алхимика! Все... Погоди! Погоди по поводу все! Вот теперь о боже! Но это только Эгис! Как это он бежал! Эгис. Ну и подпал инвиз! Пак прыгнул! Хао пробил, но тут нету гема! Маму вновь! Слушай. Shadow Demon опять спасает. Вот аппарат, правда, только что ульту потратил, поэтому не слишком круто. В другом направлении он ее всадил. Ну и Ньюби говорят, что не-не-не, еще тут мы не собрались проигрывать. Ньюби говорят, что нехрен за нами лезть на наш хайграунд из-под вот этой скалы с вардом. Слишком затяжная была атака, плюс
цель поднялась уже по ступенькам, то есть ее там сложно было атаковать сразу. Да. Короче, вышла хрень полная, тут IG поторопились немного, не особо удачная позиция была для них. Да, надо, как бы это странно не звучало, но надо, наверное, им дальше было потерпеть еще. Да, чуть-чуть вниз, потерпеть, там, я не знаю, заставить забрать. Пойти на Т2 Tower выйти. Там, закрыть на базе, да-да-да. Но просто на Т2 вышке это все же лучше воевать, чем под вражеским ХГ, именно под вражеским ХГ, а именно там и воевали ребята из Invictus Gaming. Ну, даже частично на нем. Faith покупает себе Аганим. Давай, прилетай уже, Аганим, к Фейсу. Вот он. Скипетр. Кстати, Аганим здесь весьма неплох по одной причине, что БКБ рано или поздно они закончатся. Да. А эффект Ancient Apparition по-прежнему будет висеть. Даже если весь дамаг не войдет, это плохо. Да, конечно, 350 урона с таким эффектом, это очень круто. Но все равно он не сможет хилиться, то есть того же Алхимика беда. Да, когда у Алхимика будет заканчиваться БКБшечка, то он... опять будет становиться абсолютно бесполезным. У него 1200 хп. Без его регена в 75 хп там, в секунду это ничто. 1200 хп это ну, буквально несколько ударов. Ну и что там у нас у IYF? Башер готов, 1600 есть. Луо 2700 на руках. Монта ставил. С Аганимом с Мекой. Ну вот 2700 на руках, что это? Я не знаю, Баттерфляй, МКБ. Хотя там Патма, я так понимаю, МКБ собирает. Уже на упреждение, скорее всего, этого Баттерфляя на Вайпере или еще что-нибудь. А может, это будет Дейдалус на Патме. Просто с Демон Эджи решил начать Хао. Ну, что угодно это может быть. Главное, чтобы... Ну, у Хао уже, кстати, дэмэджа действительно очень много. Даже если сравнивать, ну, мы видим, что на 3000 больше у Найкса у него. Ну, и Т2 Тауэр будет пытаться забрать Ньюби. Пока здесь никого нету из IG, я думаю, вряд ли будет. Очень быстро эта вышка упадет. Но, правда, есть Глиев. Все. Так и закончено. Там вот Феррари подходит. Мы уже здесь. Мы уже готов прыгать. На Феррари может прыгнуть. Феррари прячется. Отлично реагирует Феррари. Посмотри, как в БКБ залетает сейчас ульта Вайпера. И вот он ульт аппарата. Ульт аппарата попадает по всем, без исключения. Наверное, только Shadow Demon не попал под раздачу. В результате Мека не срабатывает. YYF пытается съесть банану. А где вообще все ребята? Вайпера просто вручную запинал к Сяо Эйт. Вайпер делает байбек. Сейчас он прилетит, так что надо разбегаться. Ньюби. Феррари. Закончился дум на нем. Феррари уже готов ответочку ловить. Феррари прыгает, хиксует. Хао, минус Хао. И очень здесь улетел все-таки Феррари. Отсюда. Кто это у нас улетал? Это улетал Дум. Да, Дум скрылся. Ого, Лост играет в Наруто. Спалился. В прямом эфире. Все, теперь мы все знаем про Диму. Как же так? 15-22. Ну и что можно по драке сказать? Хороший ульт аппарата с Аганимом. А потеряли-то одного Чуаня, да? А, и Вайпера. Вайпер, да, Вайпер делал байбек. Это нормальная тема. Но аппарат попал офигенно. Не попал только по Shadow Demon. В результате мека, которую прожали, она вообще никакого эффекта не возымела. И тут аппарату огромная пятерочка. Потому что в противном случае могли вообще в салат проиграть драку Invictus Gaming. Но опять, БКБ по-прежнему работают. БКБ очень сильно спасают Ньюби. Но они все меньше и меньше становятся с каждой дракой. Ну, это понятно. То есть 4 секунды, когда они уже станут, а это произойдет совсем-совсем скоро, буквально 1-2 драки, и они уже будут... А вот у Дума уже 5-секундная. Ну, 6-секундная у Хао. И у Хао, кстати, Дейдалус появился. Да, это все-таки Дейдалус. Ну, ладно. Ну, а и 3500 у ВВФ, а Супербашер на подходе. Мне кажется, нужны просто кровь из носу алибарды команде Invictus Gaming. Затыкать Патму? Да, затыкать Патму, затыкать Дума. Вот Патму очень круто затыкать. Она действительно много дамаги вносит. И еще со своим Дейдалусом сейчас будет просто пробивать по жесткому. Там по 600 урона с критов будет. Возможно, возможно. Вот кому собирать тут вопрос? Ну, с саппортом, наверное. Но где эти деньги взять? Да, у саппортов денег почти нет. Вайперу нужна Тараска еще, Паку. Там и так есть что собирать здесь. А вот Вайпер, возможно, и стоит собрать алибарду. Вайпер тут выполняет роль такого терпилы, да, пулеприемника. И, возможно, для него алибарда действительно будет выглядеть неплохо. Вообще, что... да, ХП дает. Да, ХП дает, миссы дает и дизарм дает. Вот Вайперу мне больше всего нравится. Да, то, что надо, алибарду. То, что надо. Что лайфстиллер, пусть он там в свой Абассал Блейд выходит и пытается воевать. Что собирать команде... Ньюби. Мы видим, Дум купил себе Персеверанс. Ага. Это что, Линка?
Или рефрешер. Мне кажется, это линка. Мне кажется, Xiao 8 решил, что ну его Хекс в баню мне со надоел? Своими хексами, да. Не, ну вообще линка это хорошо, как бы, учитывая, что действительно его старается зафиксировать, потому что, ну, как бы, понятное дело, у него есть Doom. У него есть стан, у него есть Шива, у него есть Мех, у него есть все. Это реально может сработать. Что другого варианта, ну, чтобы кто-то собрал линку, возможно, тоже есть такой варик. Да. Ну, линка нужна, это факт. Да, линка ему пригодится, потому что постоянно прожимать БКБ заранее, это... Вангизма не хватит никакого. Ну и закончится оно рано или поздно. Вот именно. Новое покупать за 3900, это такое себе удовольствие. Там у Феррари 5000 на руках. Феррари, что бы ему такое еще? Вот. Даже не знаю, что ему покупать. Орхид не очень. Шивас Гвард, возможно. Опять, это не must have, но из всех артефактов, которые пак может собрать, мне кажется, Шива тут наиболее. А может тоже линку? Актуально. Бэтрайдер, Дум. Линка. Ну, Doom просто стараются вешать обычно либо на лайфстиллера, либо на вайпера. Возможно, на них вешать, да, линку. Тоже вариант неплохой. Ну и смог здесь и тайджи. И идут они в атаку. Тут стоит вард, не видят. И в спину хорошо зайдут. В бочину, точнее, прыгают. Ну и надо убить быстро Шадоудемна. Быстро убили Шадоудемна, там инвиз. Подожгли ВВФа. Отличный, опять-таки, ульта Парейшна, только слишком рано, слишком поздно остановил. Чуань. Фрустафнули еще и Чуань. Чуань еще и выживет здесь каким-то образом. Чуань! Да, вайпер пытается выжить. Вайпера очень больно пробивает. Минус вайпер. Слушай, что произошло вообще? Произошло то, что убили сейчас почти всех. Правда, тут приходит ВВФ. ВВФ минус 2, как моментально. Аппарата. Еще и Ксиауэйт умрет. Да, Ксиауэйт тоже должен погибать. Абиссал. Минус. Вау. Ульта просто аппарата. Класс. Ульта аппарата только что все решила. Не согласен. Он реально переждали все БКБ, перевисели. И она еще висела, да, добивала. Идет, она висит, все, никакого регена. Это, блин, это очень мощное оружие. И... Забили на гем, он маякует сейчас. Два гема у Феррари теперь. Намаяковался. Надо еще аккуратно их так переложить, чтобы как глаза были в инвентаре. Вот. Тогда будет отлично. Да, это линка, действительно, только линка не для себя, я уверен. Эту линку буду сейчас вешать на вайпера. Или же на вайпера, потому что лайфстиллер обычно сидит в паке. То есть он в относительной безопасности. А вот вайпер действительно является первой целью для атаки. И сейчас буду пытаться сейвить этого товарища. Валяется руна регена. 18-26, 8 фрагов остается по деньгам. По-прежнему впереди Ньюби, 2,5 по XP, по-прежнему впереди... До свидания, банана. Приплыл. Ну, Shadow Demon разваливается в секунде. Могла приплыть Патма, это намного хуже было. Да. Так что Shadow Demon это... Должен сейчас сказать, я тебя прикрыл. Ну, Рошан, Рошана должны забирать, это Сэр Эггис. Это же Сэр Эггис, да, это Сэр Эггис. Ух ты. 50-я минута игры, кстати, пошла. 27-18, АДЖи выигрывают. Ну, игра ни разу не скучная, стоит отметить. Да. Действительно, постоянный экшен. Ну, были затяжные моменты, но... Они были, конечно, микро-моменты по сравнению с теми макро-моментами, которые мы можем наблюдать в китайской доте. Сейчас это все действительно очень-очень быстро. Так, у нас все разбежались. Я думал, сейчас в лайфстиллера попадет. Пак, да, кстати, тебе бы из Стима выйти. Ну да, не прям в драке же. Му, подняли его, Му избивает очень сильно. Му, БКБ умирает, последняя тычка залетела. Рошан здесь все-таки упал. Да, давай, вливай из Стима. Выхожу из Стима. Тут вообще какая-то рвань. Что начинают придурки добавляться в друзья. Все, готовы мы. Штаб. А? Как же Shift-Tab? Или у тебя не работает этот супер? Почему у меня работает? Можно работает. Было тут выйти. Да, можно было в натуре. Такой ты. Такой я плох. Она у меня иногда почему-то не срабатывает, не могу понять почему. Она просто бывает со второго раза работает, ну ладно. Да. Так, смотри, тут сейчас без Бэтрайдера. Блин. А что, консоль открывается или не закрывается? Она другой какой-то кнопкой закрывается, я не знаю почему. Бред! Ворвался пак! С ВВФом! Silence! Опять ультапарата! Ух, как King J больно здесь! Да, и ну Патма тут, да, тут без шансов. Патма умирает, все умирают. Байбека нету Патмы, что ли? Так. Поймали еще Ксиао, Ксиао давай. Тоже умер, потеряли Аегис только... Да и плевать на этот Аегис, да. Выиграно в салам. Просто молодцы, просто пошли и убили, все просто. Я думаю, тут реально Фейту стоит не то чтобы отдать медаль, но он очень много сделал для того, чтобы... Most valuable player это называется. Действительно, самые важные... Ульты от него были действительно отличные. Опять же, нельзя сказать, что там он попадал через всю карту по пятерым. Да, он был почти в самой драке, но он не ошибался, это самое главное. То есть, на Т4 сразу IG, не понимаешь, там стоят и два товара на других линиях, и тяжело. Я понимаю, что можно снести сейчас, попробовать Т4 вышечки, это действительно вариант понадежнее. Хотя бы одну забрать. И они обе заберут, и Патмы не будет еще 50 секунд. А, и... там же под... да,
очень точно. Ну и просто начнут бить трон и пытаются, да, пытаются. New беда ГГ, они поняли, не получится. ГГ 1-0 IG. Да уж, good game, well played, но тут уже, я даже не знаю, что можно добавить. Очень-очень классная катка получилась от ребят из Invictus Gaming. Мне действительно очень-очень понравилось. Не тут, не тот, самый нижний. А, да, точно. Это у нас что? LB Finals. Не. Что не? Не, раунд у нас LB Finals. User Bracket Finals. Я вот, я нажал, оно что-то поменялось. Во. Ноль. Печатная машинка. 0.7 банана просто. Банана 0.7? Ну, это же Shadow Demon. Это же... Ему можно. Да, ему действительно можно. Да, ну и сейчас, друзья, мы вам покажем результаты первой катки. Так, где у нас тут? И лайф еще. Да, еще лайф. Где мои любимые показатели по статистике? Ну, вначале, наверное, да, просто проверим, что там у нас по киллсам. Кто тут был самый убийство обильный? Кстати, Хау, видишь, вот на первом месте 10 фрагов. Дальше идет Феррари. Ему вообще плевать, походу, на ком играть. Да, он и на подмене плохо исполнял. Понятное дело, что на каком-то там другом, именно серьезном хардкере, там типа Войда, он, возможно, и смог показать себя немного лучше, но имеем то, что имеем. И вот вам статистика по дэмэджу. Там вот Феррари у нас на первом месте, но Хау от него ушел буквально там, да, 200 урона. Дэмэджа. Это смешно. Понятное дело, Патма тут... Патма потела как могла, но одной Патмы не хватит, когда там Вайпер, Лайфстиллер и еще и аппарат все это дело прикрывает. Очень-очень сложно уже воевать. Ну, аппарат вообще решала жуткий в этой игре был. Да, давай Феррари с этим, с Му сравним. Да, вот, например, а, нет, геймплеер, это all-time stats. У нас вот есть супер стата по матчу. Вот он пак, вот он бетрайдер. Ну, 2.87 бетрайдер. Ну да, инициатор, все дела. Ну, пак тоже инициатор. Ну, 10.1.18. Да, у него немного, брат, Феррари. Наоборот, статистика. Прям как-то аж вообще вынес просто. Да, и где там наши фармилы? Кто у нас там фармил команды? Ну, Хау фармил, не, ну, я не знаю, ВВФ или... Не, у них там как раз не ВВФ, у них фармил Луо вроде бы. Или кто у них фармил? Ну да, да. Вайпер. Вайпер у них фармил, и, соответственно, тут у нас был Хау. Хау, конечно... Да, блин, что же я вечно хочу эту фигню нажать? Кнопку неправильно поставили. Вот он, да, Вайпер и Патма. Тут, конечно, Патма выглядит немного посерьезнее, нежели Вайпер. Но не будем забывать, помимо Вайпера, там был еще и Лайфстиллер, с которым тоже со временем пришлось считаться, так как он неплохо выформил. Ну что ж, друзья, по сути, наверное, по первой карте у нас все. Мы с вами вернемся совсем-совсем скоро уже на вторую карту этой Best of 3 серии. И узнаем, кто же приедет к нам сюда в Киев. Возможно, сейчас, возможно, через 2 часа. Потому что победитель этой пары отправляется к нам сюда на LAN-финалы. Давайте далеко не разбегайтесь, немножко рекламы. В 2014 году StarLadder TV представляет глобальную лигу по самой популярной игре всех времен и народов Dota 2. В 9 сезоне к традиционным сражениям лучших команд СНГ и Европы StarLadder добавляет звездные серии в Китае, Южной Корее и Америке. В онлайн-части сильнейшие коллективы мира проведут 222 матча. Впервые в рамках гранд-финала встретятся не 4, а 8 команд. С 17 по 20 апреля в Киев Киберспорт-арене за финальный приз и титул чемпиона глобальной лиги сразятся 4 представителя дивизиона Европа-СНГ, 2 команды из Китая и по одной из Южной Кореи и Америки. Абсолютно все матчи лиги в Dota 2 TV для вас будут освещать комментаторы самых популярных студий SL TV и Beyond the Summit. Как и прежде, призовой фонд финала определят зрители лиги и фанаты команд. Стартовая сумма призового фонда – $80,000. Каждый купленный билет добавит в копилку призеров – $2,500. Смотри матчи в Dota 2 TV на 5 языках. Поддержи любимый турнир и команды. Keep supporting us. We've been doing a great job buying the tickets. I want you to follow our team on StarLadder. You can follow and support my team through StarLadder by purchasing StarLadder tickets in Dota 2. If you buy the ticket, the price pool will get increased, so the money will end in my pocket.
Впервые в подарок к билету ты получишь оригинальный сет на Лича и лоудинг-скрин с пиктограммой StarLadder TV. Напишем новую историю Dota 2 сцены вместе. А ты купил билеты на StarLadder? Покупай билет, черепах.